Павлодаре пьяный полицейский за рулем сбил человека. В правоохранительных органах не скрывали факт аварии, но умалчивали, что совершил ее действующий сотрудник. Возможно, потому что ДТП спровоцировала погоня на патрульных машинах. Сбитый стражем порядка мужчина сильно пострадал и сейчас нуждается в помощи. Майя Шуакбаева расскажет. По ночному Павлодару мчится ВАЗ. За рулем, как позже выяснится, пьяный сотрудник полиции. За ним, создавая аварийную ситуацию, мчатся полицейские патрули. На одной из центральных улиц преследуемый сбивает с курьера на скутере, а сам пытается бежать пешком. С трудом, но задерживают. Пострадавший в реанимации, у него множество переломов, и сегодня уже третья операция на ноги. В первую очередь все зависит от его реабилитации, морально-психологического настроя. Но в среднем где-то до 6-8 месяцев. Владимир устроился курьером недавно из-за нужды. Давят кредит за машину в ремонте и арендная плата за квартиру. На руках до недавнего времени была сестренка, которую он взял под опеку из детского дома. Недавно мужчина женился и начал жить для себя. Я хочу, чтобы справедливость была, потому что для меня было очень больно то, что он меня оставил умирать там на дороге, а сам пытался убежать куда-то. Владимиру предстоит заново учиться ходить. Люди собрали для него 1,5 миллиона тенге. Этого хватит хотя бы на какое-то время. В полиции между тем сообщали о ДТП с курьером, умалчивая, что совершил его действующий сотрудник в погонах. Департаментом полиции было проведено служебное расследование, материалы которого рассмотрены на дисциплинарной комиссии. По результатам сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей. Еще несколько руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности. По факту ДТП ведется досудебное расследование. Кем работал теперь уже уволенный виновник аварии, не сообщается. Так же, как и то, за что конкретно и кого сняли с руководящих должностей в областном департаменте полиции. Майя Шуакбаева, Схатам Амбеков, Павлодар, Первый канал Евразия.